Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я разыграю для вас три подарка следующих трех видео, как и обещал. Это будут видео «Инструменты из Китая», «15 крутых и полезных товаров для кухни» и «10 крутых и полезных товаров с AliExpress». А какие подарки, мы сейчас узнаем. Значит, «Инструменты из Китая» — это был приз 100 рублей. Нужно было написать в комментариях, какая у вас профессия, подписаться на канал и поставить лайк. А сейчас мы узнаем счастливчика. Терминатор жив, я сантехник. Переходим на канал. Смотрим подписку и лайк. Так, подписочка, вижу, есть. И ищем лайк. Лайк есть, инструменты. Поздравляю терминатора. Под этим видео оставьте свои данные, желательно ВК, или отпишите мне в ВК. Едем дальше. Так, 15 крутых и полезных товаров для кухни. Приз 100 рублей. Нужно было написать в комментариях свое любимое блюдо, подписаться на канал и поставить лайк. Ищем счастливчика. Семки жареные. Суши и шашлык. Подходит комментарий. Смотрим подписочку и лайк. Подписочку вижу. Есть. И ищем лайк. Лайк есть, вижу. А, нет. Кухня, вот тоже есть. Сразу три лайка. Отлично. Семки жареные. Оставьте, пожалуйста, свои данные под этим видео, я с вами свяжусь. Или напишите мне в ВК. Но лучше, конечно, оставьте свои данные. Так, и 10 крутых и полезных товаров с AliExpress. Нужно было подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях какой-то прикольный стишок. Ищем победителя. Великолепный век. В лесах Амазонки густой водоем есть. Прикольный стишок. Смотрим подписочку и лайк. Подписочка есть. Вижу подписочку. Так, смотрим лайк. Есть лайк. Все есть. Великолепный век. Оставьте, пожалуйста, в комментариях свои данные. Желательно на ВК или мне напишите, я с вами свяжусь. Всем спасибо, что участвуете. Участвуйте еще в следующих видео. Тем, кто не выиграл, не расстраивайтесь. Все будет хорошо, вы еще выиграете. Всем пока!